Так, Давай, заходи. пошли. Это шоу Бэкрумс. Ах! Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение, Сережка, поздравайся. Приветики, омлетики. Наконец-то вышла достойная карта для того, чтобы мы ее записали, и эта карта, хоррор, называется Night House. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы проходим страшную карту. Погнали. Серега, ты готов пугаться? Да. Наша... Вот видишь? Будет. Я сказал, что это достойнейшая карта для того, чтобы обоссаться. Опа. Да. Так, я тебя жду, ты здесь. Давай, Дим. Там что-то... Мне уже это нравится. Там трупак. Ах ты! Вы дурачки, что ли? У меня орёт. Подожди, надо микрофон, это, наушники потише сделать. Так всраться можно. Инфаркт словить. Тогда. А дураки, что ли? Что вы делаете? О, Серега, там оружие лежит. Бери дробаш. Давай, давай. У меня возьму. Будет топорик сегодня, буду топором мочить. Так, давай здесь посмотрим, есть что-то? А нет, тут ничего нет. А ну, может, секретные комнаты? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снимать что-то офигенное и классное. Кстати, эта карта свежачок вышла 2 дня назад. Так, и что дальше? Я слышу, кто-то рычит. Так, подожди, можете дробовиком здесь что-то можно поломать? Пострелять? О, а это ты стреляешь. Подожди, а здесь что? А здесь ничего. Может, диван надо двинуть? Монтировка. Так, а может сюда можно сходить? Нет, здесь ничего нету. Так, давайте еще раз сюда сходим. Поломаем все знаки. Может, труп надо взять? А как ты его возьмешь? Не знаю. Топором по жопе можно Дима, дать. Дима, иди сюда. Я иду, иду. Тут надо ломать, тут надо ломать. Я так и догадался, раз дали какую-то такую штуковину, дробовик или что там еще нам давали, больше ничего нам не давали. Кстати, у меня 125 хп было, уже 115. Тоже. А эта труба тебе далась или ты взял ее сам? Я взял сам. Ну, я думал, откуда у тебя трубы? Прикольно. Так я ее сорвал с батареи. Симулятор ломания стен. Майнкрафт. У меня алмаз выпал. У меня кирпич глиняный. Это будет классно, если Сереге попадется скримак. Я буду ржать сильно, чтобы его тоже напугали. Не только что ее пугаться. Эти кирпичи закончатся, Дим, или я нет? Я не знаю, можно взять чем-то помощнее пострелять. О, ты, кстати, быстрее стал бить. Давай я оружие возьму. Давай, знаешь, что я возьму? А ну-ка, отойди, о, Серега. Вот это вот, погоди. О, вот это уже интереснее. Так, возьмем опять топорик. Слышишь эти звуки? А, зомби! Буду бить топором вас, мужики! Я заразился! Подожди, а вы всех убили? А вот, вонючий хэдкраб, иди сюда. Красавчик. А я знал, что какой-то будет прикол. Как всегда, бьешь стену, потом резко на тебя нападают зомби. Надо проверить. У меня еще какие-то звуки есть, как будто еще где-то хэдкраб какой-то. Слышно, рычит кто-то. Да, так, давайте побьем стены. Так, ну тут ничего нигде нету. Ну, Дим, мы ключ нашли. А ты ключ нашел? Да. Он туда открываем дверь. Смотри, вот что-то появилось тут. Так, давай, пошли. Заходи. Это шоу Бэкрумс. Ах! Да блин, да я не ожидал. Да ё-моё, мне это снится теперь ночью будет. Я вот... Дима, мы так... А это так продумано? Серега, Серега, смотри, я профессионально прохожу. Тихо. Чуть не упал. Если что, спаун поставил. Не-не-не, все нормально. Все нормально, видишь, я прошел. Ноуклип заезжал. А ты умер! То я случайно нажал В, я не хотел ноуклипить. А я сейчас честно пройду, что ты думаешь? Смотрите, пройдет Серега Ленин, напишите в комментариях. Я его учил всю ночь паркурить, поэтому, видите, смог пройти. Так, раз тут труп лежит, мы идем. Тут труп уполз. А он живой, что ли? А, нет. Как будто дышит. Давай, давай, Серега, иди теперь ты вперед. Давай ты хоть скримак поймай, ну нафиг, я не хочу, чтобы меня она сильно пугала. О, что ты за пердеж? Так, здесь у нас все четко. Куча везде трупов, просто куча. Ого, тут полтуловища. Дима, смотри, вентиляция. О, да, давай. Что, ставь этот шкафчик. Подожди, а здесь нельзя никак пройти?
А, нельзя. О. Давай, лезь, я за тобой. А, блин, шкаф перевернулся. Все, я влез. О, опять симулятор ломаний. Нет. Ой, а что? А это законно? Да. Ты слышишь, этот звук сзади нас был? Да. У тебя персонаж тоже так дышит постоянно? Бабу утащил кто-то. О, монтировочка. Это хорошо. Так, я не буду мешать тебе. Может, там дальше? Я монтировку кинул, там кто-то зарычал. А туда нельзя пройти. Да. А ты слышал, кто-то зарычал? Да. А может, там не надо было ее выкидывать? Да пофиг, у меня есть же монтировка. А, ну да. Читер. Папайрус читер. Да, вот для этого монтировка нужна была. О, Серега, да, можно... Ну, ё-моё, блин. У меня когда этот испуг идет, у меня немножко этот роки колят. Инфаркт. Да, и этот дефект речи начинается. Додик прогрессирует. Опа, тут исчез челепиздрик. Так, а это что? Отдыхает. У нас нормально? Че вы орете так? Серега, давайте я помогу. О. Что это было? Кто-то не выдержал, короче, нашего прохождения и решил подорваться. Столы подорвались, Дим. Иди неплохо вперед. Так разнесло их. Так, ну что, я уверен, сейчас будет скример. Иди ты вперед, иди. Я? Да, иди ты. Иди, бери ящик. Ну, давайте. Ах ты, блин. Ну ладно, давай поломаем их. Потому что, может, где-то есть вентиляция? Не, ничего нету. Точно? Так, получается, мы сюда пришли для того, чтобы просто взять патроны. Так, идем тогда в ту дверь. Может, там что-то есть. А давай. Ее как? Никак не открыть. О! О, и зомби появился. А что это он на качелях катается? А я катаюсь. Прикольно. О, еще тут висит челик. Ах ты! Да что сегодня я все скримеры ловлю? Не мешай ему кататься на качелях. Все, я понял. Давайте раскатаем немножко, пусть сильнее катается. Вот. Так, что нам опять тут ломаться? Так, ну она не ломается. А, поломалась. А, ё-моё, да сколько скримеров. Ребята, напишите в комментариях, сколько скримеров я уже поймал. Мне интересно, я думал, штук 6 уже есть. У аптечка. Ну нафиг. Ай! Ой, что со мной? Меня откинуло. Как-то странно заработало, хорошо. Так, аптечки нам больше не нужны. Давайте здесь посмотрим. О, у меня патроны появились, все появилось. Ой, это что за челик? А, Серега, я горю. Там спаун стоит? Помогите, я сейчас умру. 36. Это, короче, комната страдания, где я сейчас умру. Ах ты, зараза такой. У меня сжег. Пошли сюда. Идем. Я ловлю скримак. Теперь... Персонажи так дышат, как будто, я не знаю, мы в марафон бежим какой-то. Так, иди вперед. Так, давай я присяду, а ты перепрыгивай. На тебе, кроватью. У тебя тоже красным цветом там мигало в углу? Да. А, это как будто, знаешь, активировалась взрывчатка. И чё тут? Не знаю. А давайте поводим на С, может тут что-то удалить? Ой. Да не, вроде нельзя ничего. Ну так, просто по приколу поржать над нами. Возвращаемся. Нифига себе, Севач, я кровать подобрал. Пошли вниз. Да, там походу что-то внизу открылось. Может, там надо было что-то взять там? Хотя там ничего не было, что там взять? Так, я тоже возьму жизни. О, вот, наверное, для этого они тут и лежали. А, зомби появились! Серега! Зомби? Да! Вы что думаете, вы на дурака нарвались? Нет, пацаны, я вас всех уничтожу. Серега! Дверь, да, открылась просто, когда этот я их убил. Да. А кто еще тут ржет? Кто у меня с рукой? Ключа странно нету, работает. Может быть, где-то ключ есть? Ага. Ну и как догадаться об этом? Вот как про это ты догадался? Вот скажи мне.
Ой, я на голову упал. Я думаю, лазер стоит перепрыгнуть, может быть. А может его отключить можно? Давай поклацаем все кнопки, как мы любим это делать. Комбайн дохлый лежит. Поставь тут спаун на всякий случай. А тот удали. Да. Вдруг мы заборим? Все, поставил, да? Попробуй перепрыгнуть. А, нет. Два дебила, это силы. Ты тоже перепрыгивал, как и я? Да. Одинаково подумали с тобой. Давай на корточках попробуй пройти. Я перепрыгнул. Ах ты, блин. Давай я тоже попробую перепрыгнуть. С контролом перепрыгну. А ты с шифтом бежал? Нет, просто контрол прыжок. О, во. Да. Да я знал, на самом деле. Видишь, тоже знал. О, на тебе. Ну хорошо, ладно. Не сильно-то и напугали. Конец. Ребята, это первая часть. Есть еще вторая часть продолжения этого хоррора. Так что напишите, мы хотим или плюсик. И мы, Серега, обязательно пройдем вторую часть. Она намного длиннее и страшнее. Если понравилась эта карта хоррор, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Взрывай все здесь.